Всем привет, с вами Тостер, и сегодня мы вспоминаем о самых громких новостях и событиях последней недели. Неделя была жаркой, и премьер получилось очень много, так вспомним же о них. Поехали! 17 июня. Премьера клипа Gucci Mane Backwards feat. Meek Mill. Вместо того, чтобы монтировать и выкладывать клип, Gucci Mane дропнул не менее прекрасный бэкстейдж с его съемок. Все это вышло не менее круто и зрелищно. Вышла видеоработа рэпера Skinny from the Nine под названием Savage. Фрешмен из американского Нью-Джерси представил новый клип, наполненный летним вайбом и заряженный на приятное времяпрепровождение с прекрасными девушками. 3-го трека Youngboy Never Broke Again под названием Four Sons of a King. Напоминаем, что рэпер находится на данный момент под арестом, но это не мешает ему выпускать новый материал. Премьера клипа Федука 27. Федук экранизировал свой новый бенгер, в котором ушел от привычного слушателям стиля и сделал трэп. Получилось довольно годно и аутентично, поэтому работа достойна внимания. Всем, кто не верил, на дно тянул. Всем, кто базарил, Федук не тру. Всем, кто орал, бля, он даже не хул. Он читает про оф, он не дрался в лесу. 18 июня. Друг Тентасьона был подстрелен. Сиг Лизи был ранен в голову и госпитализирован. На данный момент он находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь, но никаких гарантий пока не дают. Дальнейшая судьба 16-летнего рэпера остается загадкой. Премьера клипа Future. Кажется, Хендрикс решил экранизировать все треки с EP Save Me. За единство стиля и посыла в клипах отвечает режиссер Анри Александр Леви. Гонки без правил, красивые девушки и монстр-траки создают особую атмосферу, в которой каждый может увидеть свое. 19 июня. Премьера альбома Ghost Mane Human Error. Кейкбой выкладывает в сеть новый трек «Шум в голове». Премьера клипа Gucci Mane Proud of You. Перед выходом нового проекта Gucci особенно активизировался. В этом треке рэпер говорит о том, что гордится собой, а кадры из клипа только доказывают обоснованность каждого сказанного слова. Вышел клип Kill Station. Он решил порадовать слушателей новым клипом со своего последнего проекта. Работа вышла довольно интересной и интригующей. Съемка напоминает New Metal клипы нулевых и психологические триллеры. Двадцатое июня. Премьера клипа Migos Triple Ball. Следом за треком последовал обещанный клип, в котором все участники Migos не жалеют деньги на стриптизерш, доллары застилают пол, а девушки не успевают считать бесконечные купюры. Six9 теперь вновь Tekashi 6ix9ine. Даниэль вернул права на свой прежний псевдоним, который до этого принадлежал объединению Scam Gang. Судебная тяжба длилась целых 3 года. Премьера видео Lil Nas X Panini. Клип вышел в преддверии появления долгожданного альбома исполнителя. Hey, Panini. Don't you be a meanie, thought you wanted me to go, why you tryna keep me teeny, yeah. 21 июня. Камитазин представил слушателям новый трек, Just Say. Премьера трека Вилял Сквад, Топлю. Fat Nick порадовал аудиторию новой песней New Ups. Вышел альбом Gucci Mane, 18 треков на фитах Ганна, Meek Mill, Wiz Khalifa, Lil Uzi Vert и даже Justin Bieber. Lil Nas X наконец-то показал миру свой долгожданный альбом 7. Премьера клипа Ники Минаж под названием Мегатрон. Ники подготовила по настоящему летний клип и трек. Тропические пейзажи, соблазнительные кадры в купальниках, дорогие машины и развязный вайб создают идеальную атмосферу для пляжной вечеринки. Премьера клипа Blueface feat. Rich the Kid – Daddy. Blueface активно радует своих слушателей новым материалом. На этот раз артист визуализировал последний сингл, который, по его словам, должен выстрелить сильнее, чем предыдущие треки, и в этом ему помогает Rich the Kid.